Доброе утро. Продолжаем главу Ваехи, понедельник. Трактат Сота рассказывает, какая драма разыгралась на похоронах нашего праотца Якова возле пещеры Махпела. Братья уже собирались похоронить Якова, вдруг им преградил дорогу Исав. Он сказал, что в пещере есть место только для 4 пар, там покоятся Адам и Ева, Авраам и Сара, Ицхак и Ривка. Осталось место только для 2 человек, это Якова и меня. Яков похоронил там свои части Лею, так что есть только место для меня. Сыновья ответили, что их отец купил это место за полную стоимость. Если так, сказал Сав, покажите купчую. Купчая осталась в Египте, Нафтали отправили в Египет. Пока ждали Нафтали, один из внуков Якова, Хушим, сын Дана, вдруг понял, что это неуважение к умершему, задерживать похороны, что это позор. Хушим был глухой, он не слышал. И он не понимал, о чем они там спорят. Он спросил, за чего задерживаются. И когда понял, что это за Исава, он взял посох или меч, там по-разному, ударил, отрубил голову Исаву, и она скатилась в пещеру. Раби Хаим Шмулевич удивлялся, как получилось, что из всех присутствующих только Хушим возмутился неуважением к умершему. Неужели 12 сыновей Якова, родоначальники колен Израиля, не увидели, насколько это позорно, а другие внуки? Ответ у него такой, очень интересный, который помогает нам бороться со злым началом. Один из методов злого начала – перевести человека в режим равнодушия. В силу обстоятельств мы часто втягиваемся в дела, которые противоречат нашим взглядам на жизнь или нашим желаниям. И такое состояние может долго продолжаться. Притупляется восприятие, как мы, ну, привыкли мы, короче. Сыновья и внуки Якова слышали, что Яков что-то там рассказывает, Исав, то есть рассказывает, претендует на оставшееся место. Они произносили фразы, спор юридический, все. И только у глухого Хушима слух не притупился. Именно из-за глухоты. Он не слышал аргумента, не втягивался. Он вдруг увидел, насколько ситуация недостойная, насколько она неправильная, насколько она бесчестная. И он не смог мириться с этим. Его реакция была именно такой, как должна быть, наверное. Отсюда ясно, что со злым началом нельзя вступать в переговоры. Нельзя позволять ему восприять, вот как бы вот, каждый раз как новая неприятность мы должны видеть. Не считать, что ну, привычно. Мы не должны привыкать к любому злу. Мы не должны мириться с ним вообще. Нельзя быть равнодушным в проблематичных ситуациях. В таких случаях надо прекратить спор и, как говорят наши мудрецы, дать Ецеру по голове. Знаете, вот человек, он так устроен, чувство вины – одно из самых разрушающих, убивающих уверенность в себе, лишающих энергии. Оно заставляет себя чувствовать хуже, хуже, мы все время что-то виноваты во всем, обычно не заканчиваем. Мы не должны делать ошибку в этом. Мы должны не переживать вечно какую-то свою ошибку. Противоположность надо что? Принять ответственность. Да, я сделал ошибку. Это нельзя изменить. Как я могу исправить ситуацию? Конструктивный подход какой? Преодолевая чувство вины, и чем-то полезным заняться, не себя вот это все время рассказывать, какое, как ты неправильно сделал. На вопрос, как дела, некоторые люди вздыхают и говорят, знаете, так будет хорошо. Это обычно означает, что сейчас плохо. Глава Ишивы Хаим Берлин в Бруклине, Ицхак Гутнер, говорил совсем иначе. Он считал, что этот ответ является недостаточным выражением веры человека, потому что Рабейну Йона писал, тому, кто полагается на Всевышнего, следует всегда, даже в момент опасности или беды, уповать на то, что тьма станет источником света. То есть хорошее начинается не когда-нибудь, когда мы взяли, а сегодня, уже, сейчас. Сейчас плохо, но это потому, что мы не все видим. Сейчас уже поменялось все. То, что сейчас кажется плохим, может оказаться в дальнейшем источником самого хорошего. Так сказал Рав Гутнер, и мы в это должны верить. Знаете, чтобы так закончить на оптимистической ноте, я вам расскажу смешную историю. Как-то раз пришел один еврей к раввину, рассказал о проблемах в своем доме, в семье, там, все такое. Раввин посочувствовал его страданиям и предложил ему проходить 3 километра каждый день, чтобы успокоиться. Он говорит, это поможет? Он говорит, вы вот каждый день ходите 3 километра. Все. Прошел месяц, звонит раввин ему и спрашивает, что происходит в твоем доме? Понятия не имею, говорит еврей. Нахожусь в 90 километрах от дома. Брахава от лоха, всего самого лучшего. Давайте на этой неделе улыбаться и радоваться.